Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Артём, добро пожаловать на новый эпизод «Пути к чемпионству». Что ж, недолго вам пришлось ждать, 50 лайков мы собрали буквально за 23 часа. Друзья, всем большущее спасибо за поддержку и за то, что пишете комментарии. Напоминаю, кстати говоря, про конкурс. Если вы не смотрели видео, которое объясняет полные подробности, то оно будет где-то вот здесь. Обязательно его зацените, чтобы понимать, о чем вообще я говорю. Если вы оставите просто комментарий под этим видео, вы моментально становитесь участником конкурса, итоги которого я подведу 25 января на стриме. И у вас будет возможность стать одним из участников 4 сезона проекта «На пути к чемпионству». Но нужно соблюсти всего два условия. Оставить комментарий и помочь мне набрать 1000 подписчиков на канале. То есть, по сути, подписаться на канал, сделать красную кнопку подписки серой. Но я не буду затягивать, друзья. Вы очень давно просили и ждали тренировку, о которой сегодня пойдет речь. И я не могу больше томить вас ожиданием. Посмотрим, что там вообще происходило. Поехали! Ну что, друзья, наконец-то добро пожаловать в большой зал. Отсюда никогда раньше не было эпизодов «Пути к чемпионству», поэтому я намерен это сегодня исправить. И что я знаю по поводу этого зала? Мне в нем никогда, вообще никогда не везло. Я провел здесь где-то 7 или 10 тренировок, и каждый раз она была полностью провалена. Поэтому сегодня я намерен исправить этот косяк и сделать эту тренировку очень хорошей. Поэтому погнали! Начал, как обычно, с базы и думал сделать такую более-менее общую тренировку. Неплохо пошли латвы, потом неплохо пошел МКТАТ. В общем-то, друзья, чувствовалось, что я размялся после первой полноценной тренировки, которую я обозревал в прошлом видео. И тут я осознаю, что у меня очень хорошо пошел ТАТ в ТАТ-ФНТ. Посмотрите на вылет и на мою реакцию. Я решил, естественно, долбить в эту сторону, но, к сожалению, ничего более-менее приемлемого у меня сделать не получилось. Тем не менее, перед вами сейчас будет снова тройной НТ. Ну что, друзья, отлично, тройное НТ комбо. Да, я хотел сделать 3 ТАТ 2 НТ, но, к сожалению, чувствуется, что просто не идет из-за усталости банальной. Сегодня я выступал, как вы уже знаете, поэтому абсолютно тяжело что-то делать после, по сути, первой полноценной тренировки с утра. Плюс я мало поспал. В общем, есть некоторые факторы, но все равно все это звучит как оправдание. Тем не менее, тройное НТ комбо. Продолжаем. Охо-хо, друзья, да, продвинулись мы дальше очень неплохо. Посмотрите, насколько хорошо на этой тренировке у меня пошел РСАТВ. Опять нереальный вылет и опять нереальная реакция моя на то, что я снова могу сделать этот трюк с таким вылетом. И да, я за эту тренировку сделал где-то РСАТВ в 15-20 и долго обещал вам одну вещь, о которой сейчас расскажу подробнее. Да, друзья, уже месяца два я обещал вам РСАТВ в комбо, и до сих пор его не сделал, но сегодня идет просто нереально, поэтому, друзья, заценивайте РСАТВ в комбо. Эх, к сожалению, закончить РСАТ-комбо у меня ничем не получилось. Тем не менее, друзья, официально я принимаю поздравления с тем, что смог продолжить этот довольно до сих пор для меня сложный трюк. Ну а что мы видим здесь по попыткам? Действительно, очень-очень хороший и, главное, чистый вылет. Сейчас видите, что каждая из попыток была действительно довольно-таки чистой, и придраться здесь можно мало к чему. Ну а я, друзья, на сегодня буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Если вы хотите, чтобы новый эпизод «Пути к чемпионству» вышел быстрее и скорее, то максимально быстро постарайтесь набрать 51 лайк. В прошлый раз было 50, теперь будет 51. Я надеюсь, что вы с этой задачей справитесь еще быстрее, чем за 23 часа, как в прошлый раз. Но меня зовут Артём, друзья, не забывайте про конкурс. И если вы досмотрели до этого момента и сейчас слышите мой голос, то пишите в комментариях слово «финал», и тогда я обязательно лайкну ваш комментарий. Ну а меня зовут Артём, друзья, и до встречи в новых эпизодах «Пути к чемпионству». Пока!